Еще вчера «Рух» был любительской командой, а сегодня готовится к дебютному матчу во второй лиге чемпионата Беларуси. Первоначально «Рух» был создан болельщиками главного клуба области «Динамо Брест». На футбольной карте он появился в мае 2016-го, а сегодня, спустя почти два года, приобрел новый статус фарм-клуба. Все постепенно шло к этому, и мы работали, в принципе, в этом направлении и верили, что где-то мы заинтересуем каких-то спонсоров, но в итоге мы заинтересовали наш футбольный клуб как какую-то футбольную единицу, которая может приносить пользу. С точки зрения спортивной, да, мы не можем принимать в кубки, мы не можем выйти в высшую лигу, потому что мы являемся фарм-клубом. Здесь знают цену красивой игры и секреты мастерства, ведь главный тренер – человек, с именем которого связаны яркие победы и достижения. Легенда советского футбола Андрей Зыгмантович. Главные цели фарм-клуба – обкатка молодых игроков, подготовка резерва для главной команды региона, а также получение игровой практики спортсменами. У нас группа ребят из 94-99 год рождения, в принципе, средний возраст 20 лет, молодая команда, изюминка какая может быть, ну, все местные, прошли через местную Сдюшор, через футбольный клуб «Динамо Брест», вот, у многих из них, им дал второй шанс заиграть в профессиональном футболе. Домашние матчи будут проводиться на городском стадионе «Юность», а первая игра «Руха» в чемпионате Беларуси состоится в середине апреля. Игроки признаются, работать нужно много, есть в чем прибавлять, ведь на кону самое главное – красивый и интересный футбол. Есть единство духа, все брестские ребята, все с друг другом знакомы, все прошли брестскую футбольную школу, кто-то был, достиг и уровня первой команды, кто-то дублирующий состав. С миру по нитке. Все брестские ребята, все хорошо знаем. Вот. Осталось наладить игру. Все на уровне, все фармакология, все хорошо отредактировано. Вот. Подобран хороший тренерский штаб, который правильно доносит свои мысли, свои требования. Я думаю, сезон будет тяжелый, легкой прогулки никто не обещал, поэтому мы будем бороться за первое место, за выход в первую лигу, поэтому все в наших руках. В переводе с белорусского «рух» значит «движение». Что ж, пожелаем игрокам двигаться только вперед, меньше пропускать, больше забивать и, самое главное, подняться в турнирной таблице как можно выше.